целом в течение марта в городе зарегистрировано 559 случаев заболевания коронавирусом. Большинство диагнозов ставится при обращении пациентов с симптомами ОРВИ к врачам. При этом основную часть среди заразившихся волжан составляют жители от 18 до 39 лет и старше 60 лет. Добавим, согласно последним изменениям, внесенным в постановление губернатора, с 1 апреля режим самоизоляции для жителей старше 65 лет носит рекомендательный характер. Также отменено требование об обязательном ношении перчаток в магазинах и общественном транспорте. Однако масочный режим сохраняется. Действует и ряд других ограничений на работу предприятий общественного питания и культуры.